Всем привет, с вами Ларм, и сегодня я хочу вам показать такие моменты интересные в демке. Ну, как сказать, интересно. В общем, с недавнего времени я начал играть со скаутом, то есть действительно мне пушка приглянулась. Это то же самое, как вот был у меня прикол с револьвером бегать, теперь я бегаю со скаутом, то есть потому что в прыжке можно убивать и так далее. Вот. Значит, хочу вам показать две демки, то есть, ну, опять же, посмотрим лучшие моменты, как говорится, но и то, вот видите, что здесь я наклепал вообще мало фрагов. Тем не менее, вот этот вот чувак с ником DevGroove, или я не знаю, правильно я прочитал или нет, в общем, писал, наверное, всю игру, что мы читеры вместе с Плазой, но вот я играл вместе с ним. Он, конечно, нахерачил более поболее фрагов, скажем так, ну я поменее. Но, тем не менее, до меня докопались, что я бегаю с мухой, типа только с мухой, и поэтому я читер ВХ. Ну давайте посмотрим. И потом я вам покажу следующую демку, где я нахерачил уже вон столько, и мне ничего не сказали, вообще ничего, даже слова не было в мой адрес. Ну давайте все-таки посмотрим первую демку, посмотреть лучшие моменты. Ну сейчас посмотрим, конечно же, вармап. Ну и то, он сейчас быстро закончится. Ну вот, в принципе, игра началась. Конечно, кому интересно, я могу потом полностью демку записать или там выложить ее специально где-нибудь. Но смысла в этом мало абсолютно, потому что вы сами видите, что моменты здесь вообще почти ни о чемные. Ну вот единственное, он сейчас флешку кинул, но и то вы видели, как она быстро прошла. То есть она буквально вот момент. Здесь долгая была флешка, а там моментом. Ему не понравилось, что я типа его в акуле забрал. Хотя я всегда говорю, кидайте лучше тогда флешки свои. Он меня Плаза приглашает в игру. Но здесь 20 хпами я, наверное, не угла. Хочу отметить, что мы здесь играли абсолютно четвером, то есть у нас чувак потом вон в середине, наверное, матча, вон, вы уже видите, вон вот Улларик за нас играет, из-за этого, наверное, мы и следили, потому что Улларик за нас играл и так далее. И самое забавное, что чел реально писал как бы во время до этого, что я подрубаю и так далее. Я попробовал добавить его в друзья, значит, но что-то пока безуспешно. Ну вот, ноузум нормально. Ну и то здесь ничего такого нет. За скаутом нравится то, что, ну, с ним можно в прыжке вышибать, как бы неплохо давать. Хорошая пушка на самом деле, именно в CSGO. В Source я там все не бегал. Ну, в общем, вы видите, итог, то есть отыграл, ну, не то что хреново, ну так, средний, то есть почти баланс, то есть 18-6-19. Теперь давайте посмотрим другую демку, где, я повторюсь, мне вообще ничего не сказали по сравнению вот с этой игрой. То есть здесь мы проиграли, что здесь меня читером назвали.
Здесь мы выиграли 16-6, и мне вообще ничего не сказали. Более того, ну, конечно, наши тиммейты, вот с которыми мы играли, это были бурги. Один, по-моему, только русский там был. Он добавился в друзья. Ну, видно, чтобы в дальнейшем играть. Давайте дальше посмотрим. Чтобы вы сравнили, понимали разницу просто. Я не знаю, как здесь вармап будет долго или нет. Ну тут, конечно, я выдал, я не знаю даже, что это было. Поэтому, извиняйте, это был вармап. Сразу скажу, вот этого дыма у меня здесь не было, я не знаю, что это такое. Тут дыма не лежало. Я помню этот момент отчетливо, я прыгал, чтобы чекнуть, сидит кто за бочкой. Это какой-то косяк демки уже, я вас уверяю. Не было этого дыма. Вернее, дыма тут уже запинаться стал. То есть даже сейчас, я думаю, понятно по моментам, что здесь они были намного, по-моему, жестче, чем в предыдущей демке. И тем не менее, вообще никто ничего не сказал. Вот даже сейчас, да, по-моему, флай был, если не ошибаюсь. Да, флай был. Это дым был. То есть вот, цените, да, моменты, то есть, а то, что было до этого, вообще детский лепет, по большому счету.
Ну, в общем, вот такие дела, ребята. Моменты мы посмотрели и делаем вывод, что там были моменты вот просто ни о чем, и меня назвали читером, а здесь мне даже слова не сказали. То есть вот такие вот разные игроки бывают, и я не знаю даже, как это объяснить. Наверное, то, что это в новинку, как бы, то же самое, когда я с револьвером бегал, всех удивляло. Вот. Ну, а с вами был Ларм, я думаю, вам понравилось видео, если что, пишите комменты, там с радостью отвечу. Все, всем пока.